Новая волна холода надвигается на Москву. По словам синоптиков, жители столичного региона ожидают самые морозные дни с начала этой зимы. Уже к вечеру столбики термометров могут опуститься до минус 26, и это не предел. Пик похолодания придется на начало следующей недели. В Подмосковье местами будет до минус 30. Однако уже к выходным морозы отступят, причем резко, до нулевых отметок. Но вот жители Иркутской области, где уже минус 40, метеорологи порадовать не могут. Там прогнозируют дальнейшее понижение температуры. Также холодно в Забайкалье и Якутии. Региональные подразделения МЧС работают в режиме повышенной готовности. А в горах Северного Кавказа из-за обилия снега сохраняется лавиноопасная обстановка, закрыты Транскам и военно-грузинская дорога.